Про новий виклик запорізького баскетболу говоримо сьогодні із нашими експертами. А це Валерій Елькінсон, президент Федерації баскетболу Запорізької області. Станіслав Овдієнко, головний тренер БК Запоріжжя та Антона Судрас, гравець БК Запоріжжя. Вітаємо вас. А спершу вітаю всіх з вчорашньою перемогою. Це було дуже яскраво, але й дуже нервово. Станіславе, чи було для вас принципово перемогти саме команду Валерія Плеханова? В этом сезоні у нас всі матчі важні. У нас нет прохадних каких то Неважных матчей мы всегда хотим выигрывать в каждом матче. Неважно, мы играем с «Прометеем» или с самой какой-то последней командой. Э, особенно домашние игры. У нас первый круг был в основном на выезде. Поэтому мы очень-очень-очень ждали этих домашних матчей. Э, и каждая домашняя игра для нас как, как какой-то праздник. Конечно, с Валерием Николаевичем играть интересно. Э, По-особенному всегда это складывается. Для него это особенный матч. Это, конечно, накладывает... большой отпечаток на игры. Uh, мы с ними играем уже третий раз в сезоне. Мы играли на домашнем предсезонном турнире, где мы очень перегорели, потому что желание обыграть uh, Харьков было очень большое. Потом очень удачная игра в Харькове. Uh, и вот у нас получилось сыграть более-менее свою игру и победить. Ну, це було дійсно дуже-дуже яскраво вчора. А, пане Валерію, о, ваші враження від рівня Суперліги цього року? безусловно уровень вырос и существенно и сегодня есть несколько команд, которые, ну, с очень большими бюджетами и ставят большие высокие задачи. Я думаю, это где-то четыре команды: это Прометей, «Будивельник», Кив, Баскет и Днепр. Остальные восемь команд, 8 команд практически равные, каждая может обыграть друг друга, и с большой разницей и уровень растет. Прометей играет Лига чемпионов и с такими командами, как Тенерифе, Динамо Сосари. Киев Баскет вышел с первого места из группы. Поэтому уровень очень высокий. В каждой команде 4-5 легионеров и довольно-таки неплохого уровня. Вот опять Будивельник взял Рэндла. Можно, можно но... сказать, да, украинец. Он сегодня, по сути, обыграл Химик. Один уровень очень высокий. Нужно отдать должное, что президент федерации Михаил Юрьевич Бродский уделяет большое внимание, потому что можно два слова сказать и про женский баскетбол. Непостижимо. Победа над Францией. Это так. просто непостижимо. И уровень игры, который показала сборная, он просто космический. И чемпионат женский тоже в этом году на три ступеньки выше Чим в прошлому. Але давайте повернемось до чоловічої суперліги. Все ж таки ви назвали кілька лідерів, але поки що таке враження, що є Прометей, є всі інші. Чи не так? Ну, посмотрим. Я думаю, що тому, що робить будівельник, він все-таки хоче в Прометей. Mm -hmm. І все. Да, сьогодні Прометей виглядає і по комплектації. Yeah, і дуже по всім. потужно. Очень мощно, да. Ну, подивимося. Чемпіонат дліний. Uh, Антоноса, як вам рівень української суперліги? Чи можна його порівняти з литовською лігою ЛКЛ? Uh, і, до речі, там теж є, є Жальгіріс і все інше. Чи не так? Литова середа. Прометей і всі інші. Так. Я б сказав, що топ-ліги України дуже важкі. Лівель чемпіонату кращий, ніж я був сподіваний. Like Як... Uh, Я думаю, прометей, Будивелник, они могут быть в латвийской лиге, может быть в топ-4 или топ-5, безусловно, с игроками, которые у нас есть. Так что эти команды очень сильные. Уровень запоры <говорит> Да, уровень суперлиги очень высокий. Это, он даже выше, чем у Antanas... Антанас думал, когда он сюда ехал. Uh -huh. Он uh, ожидал меньшего, но вот он получает намного выше выше уровень, чем он ждал. Он уверен, что uh, Будивельник и Прометей, топовые украинские команды, они могли бы быть в четверке лучших в Литве, в ЛКЛ, и соревноваться с Жальгирисом. Я uh -huh. вопрос моих коллег Андрея Оленова. Ну, у меня вопрос к Станиславу. Вот в сюжете вы рассказывали о поддержке семьи. Расскажите немного больше, кто сам это, как вас поддерживает? У меня спортивная семья и со стороны жены, и моя мама спортсмены в бывшем. Жена всегда на матчах, мама всегда на матчах, сестра всегда на матчах. Всегда все поддерживают, знают. Каждый день мы с женой обсуждаем какие-то наши тренировочные дела. Она в курсе всего происходящего. Она играла очень на высоком уровне в гандбол. Играла и в Испании, и во Франции, и во многих странах. Она дает и советы, и подсказывает, и какое-то свое женское видение на это дает. И плюс у Насти тоже спортивные родители. Ее отец тоже бывший тренер по гонболу, Александр Сокол. Он мне достаточно часто звонит, и мы обсуждаем, и он смотрит игры, и сегодня Антана сама обсуждали. Ну, то есть он все на одной волне игрок сборной СССР по ганболу. О, на всякий случай. Мы помним это. Да. А, пан Валерий, вы у нас часто, и мы а, задаем и запитываем одни вопросы. Как с финансовым станом? Вот после майже прямого минулого сезона, он изменился нарешті на краще, или нет? К сожалению, я вас не порадую в этом плане. Мы тоже все время думаем, что вот заняли второе место, серебро, и сейчас тут очередь выстроится, спонсоров, все. К сожалению, это не происходит. Все равно у клуба есть проблемы. Нужно сказать, что нас поддерживают власти и областные, и городские, и группа Мединвест. Спасибо им большое. И федерация. Есть несколько, ну, назовем, мелких спонсоров, но, к сожалению, мы все время боремся. Но надеемся на лучшее, что уповать на плохое не хочется. И так в городе осталось, по сути, ну, гандбол, понятно, это Богуслаев. Остался БК Запорожье, осталась орбита волейбол. Ну и, по сути, все. Да, есть футбол, вторая лига, они как-то борются, хотят выйти в первую, а больше ничего не осталось из игровых видов. А раньше, в 90-е, было 26 команд игровых видов спорта Запорожской области. Поэтому будет печально, если и эти команды я знаю, орбита тоже имеют большие трудности финансовые. Ну, надеемся. И, конечно, нам бы очень хотелось бы, чтобы я понимаю, что люди боятся ковида. Щоб все-таки пусть не бояться, вакцинуються і ходять на баскетбол. Про це ми ще поговоримо. У да. мене ще запитання є до Антонаса. Ви грали в Ісландії доволі така екзотична для баскетболу Україна. Чи популярний там цей вид спорту? Um, I would say in Iceland basketball is like top-free top, top sport. First uh, sport is uh, soccer, then handball, and then probably is a basketball. But, but it's growing as well in Iceland. So. In Iceland, football is the most popular. Then handball, then basketball. And it's constantly developing and growing. Ну, так, не доводилось стикатися з ісландськими командами. Не бачив я їх поки що, але вони є, це приємно чути. Станіслава, команда грає цього сезону ну, поки що так, нестабільно. Дуже вдалі відрізки змінюються ну, доволі дивними. назвемо це так, поразками, як то було з Миколаєвим ось нещодавно. В чому причина? Якщо б бы так було легко знайти відповідь на цей питання, ми б, мабуть, вигравали більше. Ігра на ігру не схожа. Ми до сих пор. притираемся, сыгрываемся. Я до сих пор понимаю, как надо выстраивать игру, как надо проводить замены, тактики, схемы, все это. До сих пор я учусь и буду учиться дальше. Но мы много анализируем, много общаемся с игроками, много смотрим видео и пытаемся тоже каждый день становиться лучше, чтобы таких матчей было все меньше, такие отрезки провальные какие-то были, все короче и короче. И у нас получается лучше. Антон, це питання до вас. Минулого року великою привагою Запоріжжя про це все говорили. Неодноразово була так звана командна хімія. Ось чи є вона цього сезону? Розкажіть більше про те, що відбувається в роздягальні про атмосферу. Там хто веселіший, хто серйозний, мог можливо. А фінк тому що ми маємо... Really good uh, chemistry, you know. Uh, everybody, everybody communicating, everybody talking. And after the practices or games, we we going to eat somewhere, you know, or just spending in somebody's house, you know, free time. I think the most talkative guy and funny probably is Yasin Joseph. Mm -hmm. You know, the most serious, I don't know, but I would say the most quiet probably one is Evan, but. И Аус отолкся. Как и в прошлом сезоне у нас хорошая атмосфера в команде, хорошие отношения со всеми. Часто общаемся, после тренировок просто сидим в раздевалке много общаемся, с командой ходим, ужинаем, обедаем в рестораны или собираемся у кого-то дома. Очень много общаемся. Самый, наверное, разговорчивый и веселый парень – это Ясин Джозеф. Uh -huh. Самый не то чтобы серьезный, но самый такой молчаливый, но который иногда говорит, но говорит – это Эван Максвелл. Пане Валерію, от зараз повертаємось до ковідної теми. Вже вкотре доводиться грати на фоні карантинних обмежень. Як це впливає на команду? Як зараз можна потрапити на матчі у Палац Спорту? Ні, ніяких проблем. Треба або показати сертифікат, uh -huh. вакцинирование или показать результаты ПЦР-теста. Ну, я вижу, все больше и больше людей понимают, что нужно вакцинироваться, пожалуйста, можно приходить. Мы ждем, мы ждем, потому что и ребята очень любят, когда свои... Вот вчера болельщики, вроде их было не так много, но очень хорошо поддерживали и давали оценку работы судей, так по жесткому. Я чув, да. да? По жесткому. И это радует. Ну и второе, конечно, это и финансовый вопрос. Все-таки билеты, это дополнительное финансирование команды. Я вам могу сказать, что ну, прошлый год не показательный позапрошлом году, я думаю, больше миллиона мы собрали на билетах. Это помогает нашему бюджету. А если брать вот последнюю игру прошлого чемпионата, с «Прометеем» ну, больше 100 тысяч с этой игры было куплено на сумму. За одну игру. За одну игру, да. Если бы каждая игра приносила такой доход, ну, я думаю, она была бы гораздо легче. И два слова про команду. Нравится, понимаете, что у ребят есть характер. Да, провалили игру в Николаеве, на следующий, через день вышли в Кривом рогу, сцепили зубы. И дома мы очень тяжелые игры проводили и с Николаевым, с Кривым Рогом. И вчера вы видели эту игру, и ребята на зубах вытаскивают. Да, тренеру, и мне хочется, чтобы мы играли более стабильно, более, может быть, зрелищно, и чтобы людям это больше нравилось, и оно будет давать результат. Но... Многие думают, как? Вот пришел молодой новый главный тренер, и все, он должен уже побеждать. Чуть Жидоватый ли не каждый. результат, да. Мы тщательно подбирали легионеров, мы очень хотели оставить Сизова и Мальчевского, и получилось. И мне нравится атмосфера в команде, и ребята неплохие. Ну, надо время, надо... Кожен, щоб сам себе проявив. Вот зараз навіть взяти момент основной разыгрывающий травмирован. Тим не менше, ми выиграли і в Кривому рогу, і вчора, узкой ротацией. Тим не менше, є результати, є поважительні моменти. Це невеличка перерва у першості. Да, так. Да, да. Ну, на останок питання до всіх. Не будемо про плани, а давайте більше про бажання. От чого хотілося б досягти цього сезону? Ну, мы для начала надо попасть в восьмерку, попасть в плей-офф, потому что все хотят, и все бьются, все команды, и довольно-таки плотная ситуация. Ну, и, естественно, чем свыше места мы поднимемся, хочется опять преподнести сюрприз, скажем, как и в прошлом году, было бы хорошо. Станислава. У нас общие цели, мы... Если брать сегодняшний день мы хотим просто побеждать в каждой игре. И опять же, мы с парнями всегда это обсуждаем, что на матчах больше всего зависит от нас. Как мы играем. Когда мы играем расхлябанно и с такой средненькой посредственной защитой, ничего не получается, мы никого не можем играть. Когда мы играем, показываем свой максимум, максимум энергии, максимум командных действий, и не жадничаем нападений, и бежим быстрее в прорывы, у нас все получается, мы можем обыграть любую команду. Вот мы как-то более стараемся фокусироваться на сегодняшнем дне и показывать свой максимум сегодня. И, конечно же, в долгосрочной перспективе, конечно, мы хотим в плей-офф и хотим там удивлять. Антонас, какое место за подсумками регулярной первости было бы хорошим результатом для Запорожья этого сезона? Have at the end of the season before the playoffs. What, what do you think? Uh, I would answer a different way. I don't like you know to prom promise something, but I can confidently say that we are fighters' team and uh, we're gonna be a tough team to beat for everybody and especially at home. So neach niche, you take a uh, Antanas говорит, my commander команда бойцов. Ми будемо проблема для будь-якої команди, яка з нами Будет проблема победить нас особенно вдома. Що ж, дякую вам про БК Запоріжжя. Говорили сьогодні з нашими гостями. Це були Валерій Елькінсон, президент Федерації баскетболу Запорізької області Станіслав Овдієнко, головний тренер БК Запоріжжя та Антона Судра, гравець БК Запоріжжя. Ще раз дякуємо. Вболіваємо за вас і бажаємо вам перемог.